добрым воскресным утром. Пора идти на стадион. Так, день. Каждое воскресенье мы проходим. Сегодня солнечная, хорошая погода, прекрасная. Осенняя погода, поэтому бегайте, оздоравливайтесь, и будет все нормально. Там сауна очень дешевая, 150 рублей в час. Вот у нас там собирается 10 человек. Вот нам получается... По 15 рублей. Да. И второе. Номер здора. Посадка лучше. Наш ветеран трудового движения. По асфальту, по брусчатке. Здесь за танком поворот. Остается лишь немного. Сдал экзамен. Ты герой. И вот сегодня попросил мне Олег Зенцев. Да как бы за сегодня написать? Ну, написал. На Афганистане вы. Октября 2021 года. Традиционный 45-й по счету легкоатлетический пробег по маршруту Донецк-Арцыж, осень Донбасса. Глаза не закрывай! Где ваши ученики? Да, все. Образ жизни вести, и тогда, даже если вы заболеете, это пройдет не так проблемно и легче переносится любые заболевания, не только ковид. Выкинешь, тяжело будет, вот это.